Всем привет! Сегодня у нас две посылки, обе посылки из GearBest. Одна потяжелее, вторая полегче. Давайте распакуем и посмотрим, что в них. Первая это, ага, очень быстро пришла посылка. Это перчатки Xiaomi, сейчас мы на них посмотрим. Идет одна в коричневой коробке, вторая в черной. Вот. И вторая посылка. Это у нас что-то такое железное, тяжелое. Звенит в двух пакетах. Ruixin Pro Knife Sharpener. Ага, это не из GearBest, это с JD магазина. Точилка. Сейчас мы на нее посмотрим. Вот. Давайте вначале начнем с перчаток. Да. Давайте начнем с перчаток, отложим пока точилку и расскажу вам про перчатки. Перчатки у меня есть такие, и это была акция двое перчаток, то есть две пары по цене одной. Естественно, я заказал, потому что цена получилась очень отличная, и мне очень нравятся эти перчатки. Я хожу, то есть последние лет 5, я ходил с перчатками кожаными, и они у меня до сих пор есть, и они в отличном состоянии. Я раньше курил там, и у меня небольшой прожиг, ну как бы не прожиг, а такое присохшая кожа на ладошке от того, что я сигарету держал, и оно немного прижгло кожу, ну не прижгло, а именно присушило, и такое пятнышко именно сухое, твердой кожи. Вот, остальное они мягкие, отличные. И, но прошлую зиму я всю пробегал в таких вот перчатках, они в отличном состоянии. Я, наверное, найду еще, добавлю кусочек видео или фотографию, что они еще в отличном состоянии. И, соответственно, отличные перчатки, все зиму было тепло. Ну, у нас в этом году была зима, не такая холодная, чтобы там просто рассказывать. Конечно, в минус 30, я думаю, в них будет прохладно. Но температуру 15, минус 15, минус 20 они отлично выдерживали. Перчатки, в принципе, ну, в этой зимой она была теплая. И я не могу сказать, что это показатель какой-то. Но вот так вот выглядят перчатки. Отличные перчатки. Давайте на вторую руку оденем. Переписывались там с ребятами из канала. И некоторые там их два сезона носили. То есть покупали еще, когда они там по $30 стоили. Вот. И довольно-таки хорошие отзывы. Вторые, ну, те, которые я относил прошлую зиму, полностью и снежки играл. Единственное, да, они промокают быстро. Если играть в снежки, они промокают. То есть не для снежек. Вот. Ну, как и любые другие из тканевые, да, то есть из ниток перчатки. Вот. Вот такие вот перчатки. Итак, для сравнения нашел старые перчатки. Вот перчатки моей жены. Вот так они выглядят сейчас. Вот, это мы отходили одну зиму в них. Вот вторая. И вот мои перчатки, которые я отходил целую зиму. Немного рисунок немножко пожелтел. В остальном отлично выглядят. Ну, немножко вот здесь вот какие-то ниточки торчат. Давайте вот вторую посмотрим. Ну и вот для сравнения новая. Новая перчатка. Давайте мы их рядышком поставим. Новую и один сезон. То есть одна зима и абсолютно новая. Видно, что они немного поменяли цвет. Но состояние у них вполне приличное. То есть перчатки Xiaomi, там 2-3 зимы точно можно будет смело отходить. Вот. Не так, конечно, как кожаные, что можно по 10 лет в них ходить. Но перчатки бывают свойства теряться и так далее. Поэтому можно взять вот такие вот и пару зим отбегать в них. И потом еще взять другой расцветки, например, если они же приедаются, надоедают. Вот, как-то так. Далее посмотрим на нашу точилку. Что у нас идет в комплекте? Точилка, я не помню, там то ли $16, то ли что-то стоило. Да, многие скажут, что точилка говно, точилка вообще, ну, фигня вот это вот. И компания говно, Ruixin Pro. То есть на Алиэкспрессе они торгуются, эти точилки, я специально проверял. То есть на $5-7 дороже выходит. Вот, но я взял эту точилку только потому, что у меня нету другой. И ножи на кухне я точу еще точильным камнем.
вот, ну, обычным кругом, то есть круг вот этот вот абразивный. Я вот им точу, и как бы меня все устраивало последние лет 5. Но ножи стираются обычным камнем, то есть я их... точу об камень, потом полирую об обратную сторону чашки. При отсутствии альтернативы это будет намного лучше, чем то, чем я точу сейчас. Давайте попробуем собрать его. Все в отличном, как бы, да, ну, отличное качество. То есть, как по мне, все хорошее. Вот тут резьба, что-то с резьбой не затягивается. Или, может, оно не должно затягиваться дальше. А, нет, это фиксатор, который упирается, то есть фиксирует. То есть, все правильно. Все отлично здесь. Такая вот штука. Я их штуками называю, потому что я не знаю, как они тут называются, эти детальки все. Вот. Ну и камни. Камни я знаю, что называются. Идет 4 камня. Кусочек пластика отпал. Вот, 4 камня, бе, такой вот, 1500, 600, 120 и 600. Вот этот грубый, вот эти помягче, вот этот самый мягкий получается. Самый гладенький, полированный. Итак, собрал я эту штуку, нашел в интернете инструкцию, будет в описании видео, как собирать эту штуку. В общем, коротенькая штанга вставляется вот сюда. Вот с этой штучкой, которая управляется. Здесь вот эта пластинка, которая была здесь прикручена, она откручивается и вставляется сюда. То есть здесь будет зажиматься нож. Вот эта площадка, она тоже откручивается и двигается. Здесь мы для зажатия, отжатия регулируем, то есть этот болт разбираем. Далее прикручивается к этой планке с зажимами, вставляется камень, закручивается эта штука, и вот теперь она вот так получается. Вот, вот такая вот приспособа. Вот, и теперь мы можем точить. Так можем делать и так. Давайте я покажу для сравнения. То есть я смотрел в интернете, многие допиливают вот всякие устройства, магниты ставят и так далее. Вот, но я ничего этого делать не буду, наточу просто ножи и буду смотреть, как они делаются и так далее. Вот круг, которым я ранее точил, то есть как происходил процесс. Вот так я точу. Поточил, потом взял чашку, из которой я пью кофе, вот я с обратной стороны, вот здесь отполировал. То есть вот так происходил процесс. Теперь он будет немного по-другому происходить. Вот. Точиться вот как-то этой точилкой. Открутил сразу две. Ключик вот этот немного больше, чем, то есть он не помещается в этот, и тяжело его затянуть. Ну ладно, ключик как бы не совсем такой, как здесь нужен, нужно его тоже подпилить, ну да ладно. Вот, ну и теперь мы можем вот так вот поточить. Ой, так, вот, то есть вот здесь угол выбираем, какой нам нужен. Вот, допустим. Я не знаю, еще не разобрался, под какими углами как точить и так далее. Но вот приблизительно вот так это будет выглядеть теперь. Я еще буду разбираться, буду учиться, поищу в интернете, как это будет. Вот так можно сделать. Вот. Ну, обычно вот так, я так понимаю, делается это. Потом взяли, поменяли камень. Это делается легко. Вот. Поменяли камень на более мелкий, полирнули и все.